ТО «Петроказахстан Ойл Продакс» – одно из крупнейших предприятий Шымкента, значительно пополняющий городскую казну, и власти не забывают о заводчанах. В этот раз поздравить коллектив с праздником и вручить награды на завод приехали руководители городского филиала партии «Нур Отан». Мы хотим с удовольствием поздравить коллектив нефтеперегонного завода с наступающим Днем Независимости. Этот завод носит большой вклад в развитие города. Сегодня мы вручаем от имени партии «Нур Отан» сотрудникам предприятия грамоты и хотим пожелать успехов в дальнейшей трудовой деятельности. Здесь же в зале заводчане подвели итоги уходящего года, по результатам которого лучшие сотрудники были награждены ценными подарками от имени руководства товарищества, а также медалями и грамотами Министерства энергетики. Большинство из сотрудников, отмеченных наградами, проработали на заводе десятки лет. Я в этой компании работаю уже 20 лет, начинал с самых низов и рос, можно сказать, вместе с компанией. Каждый год компания успешно выполняет план производства, увеличивает с каждым годом план производства. Все это происходило на наших глазах. Вот сегодня наградила почетной грамотой Министерство энергетики. Хочется выразить большую благодарность руководству компании, что уделяет внимание, ценит своих работников. Большое-большое спасибо всем и поздравляю всех с этим замечательным праздником всех казахстанцев. Тем же, кто на заводе проработал более 30 лет, были вручены медали «Ветеран труда». А всего в ходе празднования Дня независимости были отмечены более 40 человек. Данияр Худайбергенов, Джабраил Касымов, Абзал Турабеков. Информационная служба телекомпании «Отрар».